Всем огромный привет! И в этом видео я хотела бы поделиться с вами пресс-паком и новинками парфюмерии от PD Paris. Это вот такие вот малюточки. Дело в том, что у них вышли новые форматы ароматов. У них вышла упаковка в 30 мл, что очень удобно и очень выгодно. Классно, во-первых, брать с собой в сумочку, потому что, смотрите, малютки такие, это в пластике. У меня Max Mara и Бамбу. Вот такое вот. Напишу все описания всех ароматов внизу под видео. Очень, кстати, вот впервые все ароматы, которые я заказывала, совпали с моими вкусами и понравились мне на все 100%. Вот, два в пластике было и два было вот в таких вот форматах. Это у нас 50 мл, стандартная упаковочка. У них еще и 100 мл, это самая ходовая упаковка. У них такое плотное стекло и очень стойкий аромат. Очень вкусный. Это Идоль от Lancôme. Я очень хотела попробовать его. И действительно, это просто шедевральный аромат на весну. Ой, класс. На лето это цветочки, это пудра, это нежность. Такая, знаете, шлейфовая вуаль. Ну, как будто, знаете, из оранжереи цветочной выходишь, и вот остается послевкусие. Очень классный, очень приятный аромат, поэтому с удовольствием буду пользоваться. И вот такая вот 25 мл малюточка классная, тоже такая вот треугольничком идет. Это у меня Libre, честно, не помню производителя, но аромат такой прям пряный, насыщенный на холодное время года, поэтому сейчас пока можно им пользоваться, но на весну-лето, возможно, кто-то любит такие насыщенные ароматы, поэтому вот, очень-очень огромный выбор ароматов. От 500 гривен в Украине доставка бесплатная, в России 2500 и доставка бесплатная, поэтому переходите, внизу будет на Украину, Россию и на Казахстан ссылочки. В России намного больше видов аромата, поэтому вот такие вот малышки, обожаю просто, пользуюсь тоже ежедневно, именно вот эта вот марка PD Paris мне нравится больше всего, потому что и стойкие, и удобные, и приятные, и очень-очень хорошо носятся, хорошо держатся, приходят с сертификатом, с мокрой печатью, поэтому все проверено в лабораториях, сертифицировано и очень-очень качественно. Поэтому с удовольствием использую и рекомендую однозначно к покупке. Следующее, что хотела вам показать и рассказать, я сегодня такая, знаете, сборная солянка, взяла хвостики, решила сделать высокий хвост и вот сделала. Это вот искусственные волосы ровные, они не накручиваются. И был накручен, я сначала сделала высокий хвост из натуральных волос. Мне подписчица прислала, спасибо огромное тебе, привет большой. Вот, и я сверху нацепила для объема, просто для фоточек, но решила вот в такой вот красоте снять видео, так как нарядилась, почему бы и не снять. Поэтому надеюсь, хоть здесь вам угодило. Хотя найдутся люди, которые пишут, фу, они различаются по тону, и как можно такое носить. Вот. Так что я хотела вам еще рассказать о важной такой вот акции «Флешмоб» от Avon. Вы знаете, мне приходит безумное количество пресс-паков и очень много новинок от Avon. Я всем сердцем и душой обожаю эту марку и благодарна ей за то, что она поднимает очень важные темы. У меня пришла помада, лимитированная помада, приобретая которую, 100% прибыли от продажи этой помады идут в поддержку женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Поэтому ссылочку тоже оставлю внизу. Различные оттенки, и делая доброе дело, 100% Avon отдает фонды, которые поддерживают и предоставляют моральную и психологическую поддержку женщинам, которые столкнулись с домашним насилием. Это, к сожалению, очень распространенная проблема в наше время, поэтому если вы хотите помочь и одновременно приобрести очень хороший продукт, внизу по ссылочке я оставлю вам на акцию
отметку. Вот. И вторая вот такая вот у них акция идет, это флешмоб «Расскажи свою историю». «Моя важлива история. Ось що я можу» на украинском языке. Это акция в поддержку людей, женщин, девушек, которые опустили руки, которые, возможно, в психологическом дисбалансе с собой. И каждая, кто хочет, может перейти на страничку. Вот здесь вот есть сайт, вот можете, тоже внизу под видео оставлю ссылочку на эту страничку, на этот сайт. Вы можете написать свою историю, историю своего успеха, своего достижения, борьбы, возможно. В моем случае я могу написать о том, как я боролась дважды с раком, да, как я победила его и как я сейчас живу после. То есть то, что не нужно опускать руки, поделиться вашей вдохновляющей историей, которая, возможно, подарит кому-то надежду в жизни, которая исправит мысли, да, направит на правильное русло и даст такой вдохновляющий пинок. Поэтому за каждую оставленную историю Эйвон перечисляет тоже фонды психологической поддержки женщин и девушек по $1 за каждую историю. Поэтому вы можете сделать свой вклад, и это однозначно мощная и очень классная акция, которая действительно, ну, позволит и вам рассказать о своей истории, да, поделиться тем, чего вы достигли, и девушкам, которые, не дай бог, ну, не обязательно девушки, может быть, и мальчики, и парни, и мужчины тоже могут иногда таким интересоваться, и вы можете вдохновить просто кого-то не опускать руки и показать своим примером, что возможно все и всегда. Вот, что же здесь было? Это невероятно красивый бокс. Как всегда, Эйвон удивляет, поэтому огромная благодарность. Здесь такое зеркало. Я буду использовать это как такой, знаете, маленький переносной столик для того, чтобы наводить марафет и делать макияж. Потому что зеркало большое, оно хорошее, оно не искажает и классно пользоваться им. Быстренько покажу вам. Вот, кстати, я думала, я забыла. Тут очень много серпантина, кстати, было вот таких вот. Вот. Конфетти, вот, если быть точной. Не мовчи, это вот эта акция про лимитированную помадку. Это вот такая вот помадка. У меня пришла в таком вот красном оттенке. Она такая полуматовая или матовая. Очень красивый дизайн, обновленный такой вот, смотрите, бесконечность, да, то есть вы можете помогать. И 30% украинок стикаються с домашним насильством, особисто або знають про випадки насилля у своєму оточенні, поэтому покупаю эту помадку, вы помогаете. Дальше здесь была косметичка, вот такая вот красивая, тоже красный оттеночек, такая уже весна-весна. Тоже, как всегда, листовка с перечнем того, что здесь было. Что мне очень понравилось, это новиночка аромата. Это Today, Tomorrow, Always This Love. Это новинка. Вы помните, самый-самый стойкий. Я еще в школе, когда училась, у меня тети все пользовались. Это было мега круто именно эту серию аромата выбирать, потому что достаточно дорогая марка была. Ну, вернее, серия Today, Tomorrow, Always. Я очень любила одну из, по-моему, Always, самая любимая у меня была из этой серии. Вот, поэтому новый ароматик вышел. Это такая весна-весна. Здесь ландыш. Такой, знаете, свежий-свежий. Вот сирень, ландыш, жасмин, я думаю, есть в нотках, потому что очень освежающий. Обязательно подарю тете, потому что она любит свежие ароматы. Меня притягивают больше сладкие и такие насыщенные ароматы. Дальше здесь был крем для лица. Увлажнение 72.4 с технологией Provita D. Крем-гель для лица от InYouv. Тоже сейчас усердно пользуюсь этой серией именно InYouv. И вот тоже восхищает дизайн кремов. То есть они достаточно бюджетные, но очень-очень качественная упаковка. Это такое вот тяжелое толстое стекло, которое очень солидно выглядит, дорого и хорошая, вот тоже одна из самых классных серий в Avon. Дальше то, что обязательно нужно сейчас в наш сложный период COVID-19, да, карантина и вот этих вот всех вирусов, обязательно нужно мыло для рук. Оно идет с глицерином, поэтому ваши ручки даже при частом мытье не будут сохнуть, не будут пересыхать. Спасибо, Avon, за то, что заботитесь о нас и нашей дезинфекции. Вот, здесь было 3 продукта новой серии от Марк.
конфетти прилипает просто безбожно. Вот такая вот красивая, яркая серия. Сейчас попробую не разорвать упаковки. Очень классно дизайн сделан. Такая вот картонная упаковочка, смотрите. Вот. И здесь идет такой вот амбре, хайлайтер и румяшки. Достаточно насыщенный, поэтому можно будет для яркого макияжа использовать хорошо. Я всегда, кстати, на уголочек глаза вот сюда использую хайлайтер, поэтому однозначно буду его использовать. Здесь была очень красивая, прям притягательная такая, знаете, инстаграмная бутылочка с праймером. Смотрите, там внутри частички золота, либо золотой фольги. Вот такой вот праймер для лица. Так, Токио, тоже такое интересное название, это корейская серия. И вот такие безумно красивые, не знаю, Иван, подбирали специально, либо же у всех девочек в рассылках были вот такие вот тени, рассыпчатые тени, они типа прессованные, но на самом деле они рассыпчатые и невероятно красивые, вот прям как мои глаза. Поэтому буду смачивать кисточку для подводки и буду делать подводку именно синими оттенками. Синий смоки будет безумно красиво смотреться. Так, дальше. Здесь ни одна рассылка в Эйвоне не обходится без крема для рук. Здесь тоже с эмолентами. Для очень сухой чувствительной кожи не содержит отдушек. Что мне очень понравилось, это... О, блин, я не взяла с собой огромную бутылку новой мицеллярной воды, которая абсолютно ничем не пахнет. То есть я третий день уже пользуюсь ей. Она деликатно хорошо смывает макияж, очищает кожу, и нет никакой отдушки от слова вообще и совсем. Поэтому вот, еще хотела показать вам вот такую вот красивую упаковку туши. Это тоже новинка, черная тушь. Конечно, бомбический такой, знаете, космический дизайн. Очень красивый, приятный и интересный. Кисточка здесь у нас идет. Так. Сейчас покажу. Она изогнутая, я не знаю, ворсистая, либо же. Вот такая вот кисточка здесь. Вот видите, она изогнута под форму глазика. Поэтому... А, и вот такая мицеллярная вода была. Вот, здесь аж 400 мл. У меня как раз фаберликовская закончилась. Я буду с удовольствием пользоваться, кстати, в рекламе парфюмом Ксения Мишина. Это наша холостячка первая, которая выбрала Сашу Эйлерда. Они до сих пор вместе. Вот, так что вот такие вот приятности присылают, как всегда, Эйвон. Огромное спасибо, обожаю просто больше всех на свете Эйвон за то, что они вот очень креативно, очень круто, очень много благотворительных акций, много нужных тем открывают, освещают и притягивают людей приобретать то, что может помочь другим. Это очень ценно, очень полезно и очень-очень классно. Поэтому с удовольствием буду пользоваться всеми новиночками. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вас не утомило такое длительное видео. Сделаю это одним, наверное, роликом, без монтажа, без ничего. Вот. Всем хорошего настроения. Ссылочки все внизу будут в описании. Поэтому всех люблю и всем пока.